кружечку быстренько тапнем. Вот. Пока у нас там экранчик трясется, сейчас посмотрим быстренько на наш коннект, чтобы мы везде приконнектились. Сейчас, друзья, одну секундочку. Все сейчас будет. Мы сегодня стримим КС-очку. Вот. И сегодня у нас стримчанский по КСДМ, ребят. Мы сегодня стримим КСДМ-очку. Привет, Морой. Привет, друзья, кто подключается к нам. Сегодня стримчик КСДМ. И сегодня будем разрывать нубчиков, короче, всяких. Я ждал тебя. Хорошо, спасибо, что ты меня ждал. Сейчас я только, ребят, секунду настрою все, потому что только-только включился. Меня там убивают уже, вижу в игре, прям разрывают меня. Вот, но я хочу, чтобы у нас все работало. Так, вроде бы везде добавилось. YouTube, Twitch, походу, приконнектился, если вы на Twitch уже вышли. То есть, если на Твиче есть, YouTube только, наверное, еще не приконнектился. Сейчас ютубчик проверю. Пошел ли у нас стримчанский. Вот. Сейчас посмотрим. Так, видосики наши и наш стримчик. Прямая трансляция. Да, сегодня... На ютубчик что-то не пошла у нас трансляция. Давайте проверим, что у нас на ютубчик не подключился. Вот. Странно, почему. Ну, в принципе, я думаю, без ютуба обойдемся. Как сделать, чтобы выводить энергию? Сделай провод специальный. Именно из дырки, которая там есть. Так, ютубчик почему-то не захотел запускаться. Непонятно почему, поэтому, ребятки, сегодня будем, скорее всего, без ютуба. Вот. Вроде бы все запустил. Так, давайте лишнее позакрываем тут, чтобы мне не мешало. Любой провод нужно втыкнуть в... Короче, втыкнуть надо. И все будет работать. Именно из дырки, которая идет из МФЭ. Так, ребятки, вроде бы стримчик пошел. Так, все, да, стримчик вроде бы на КСДМ пошел. YouTube только не пошел стрим, не знаю почему. Без понятия, как это исправить. Нет, пошел YouTube, все замечательно, ребят. YouTube приконнектился. Все хорошо, короче, мы везде есть, везде в эфире. Замечательно, ребят, смотрите, чат я вижу только с Твича и иногда буду заходить проверять чат с других чатов. Ну, короче, что-то сейчас придумаем, как это сделать лучше. Вот, но, скорее всего, будет так, как будет. Итак, с вами снова, ребятки, Муравейка. Мы сегодня стримим КС-очку, КСДМ, потом еще, может, что-то другое поиграем, но пока КСДМ на сервере. На сервере TSGamer. Не мой сервер, скорее всего, свой я запущу чуть попозже, сервер КСДМ. Но у нас, скорее всего, будет тоже сервер КСДМ. Чтобы мы тоже играли в КСДМ у себя. А пока, ребят, играем КСДМ. Вот, ручка поменялась, давайте мы ручку поменяем на правую руку. Ой, что-то у меня получилось некрасиво. Что-то выкинуло мне. Тут, скорее всего, чат этот выкидывает. Давайте сделаю, чтобы меня чат не выкидывал. Да, вроде бы все должно быть хорошо. Только ручку надо поменять. Все. Все замечательно. И Вася немного проснулся. Все хорошо. Так, давайте только руку как-то нам надо поменять. Все-таки правую поставить. Правую руку. Что-то меня выкидывает, когда я меняю правую руку. Походу вот здесь вот, когда я нажимаю в правой руке, меня на чат переводит. Я понял. Давайте мы уберем чат вот так вот. Все, убрали, чтобы нам чат не мешал. Давайте попробуем еще раз руку правую взять. Все есть, ребятки. И как раз меняется карта. Вообще круто. Вообще все круто получилось. Мы сейчас будем сразу же играть на новой карте.
Не знаю, какие-то новые карты. Вот это Shotrain HD. А, ну, в принципе, это трейн карта. Будем сегодня на трейне гамать. Поехали. Да, мы никого не убили на этой карте. Ну, мы настраивались. Я думаю, все хорошо у нас и так произошло. Загружается у нас новая карта. И начнем сейчас разрывать просто. Так, давайте зайдем за спецназ. Потому что за спецназ чаще всего випы не заходят. А я хочу именно випов разрывать. И давайте вот первый жертв. Сейчас мы тут порешаем все вопросы. Так, тут нет никого. Так, ребятки по чуть-чуть заходят. Да свой, я свой, что ты по ним стреляешь. Так, вот еще одного расстреляли. Давайте хпшечки накупим, чтобы нас не убили. Вот нас пытаются убить. Но мне суть по муравейку просто так не убить. Муравейку надо убивать в голову. Если муравейки не стрелять в голову, муравейка вот сюда сейчас залезет и поставит пушечку. Вот так вот, оп, оп. Смотрите, пушечку как муравейка поставил. Оп, 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 смотрите, как муравейка пушечку поставил. Оп, еще раз пушечку. Смотрите, как хорошо пушечка. Муравейки, как хорошо с пушечкой, а? Как хорошо, муравейки, с пушечкой. Они думают, что муравейка не сможет. Муравейка все сможет. Муравейка сейчас вот этого убьет гада, который тут ставит пушку. Вот он. Вот он, вот он, вот он, видите? И убили. И поставили. И теперь давайте вот здесь вот еще поставим вот так вот, чтобы не убили пушечку. Вот так поставим наш этот. Так, давайте хпшечки накупили. Давайте мы сделаем вот так вот, наверное. Оп. Вот так вот два сделаем. Да, четенько. А тут сделаем вот так вот 6. Все, теперь пойдемте поставим еще. Кто-то стреляет по моей пушке. Давайте убьем, поставим тут все-таки. Вот так вот еще один этот. Чтобы не убили нашу пушечку здесь. И пойдемте убивать еще пацанов. Вот этого убьем. И давайте мы тоже вот так поставим пушечку. И вот так вот сейчас сделаем все. Все, останется нам пушку, по идее, только вот сюда поставить. И, в принципе, все. Можно жить здесь будет. Если вот тут поставить пушку. Вот так вот поставить. Ну, будет все хорошо. Да, все зашибись. Ребятки, всем привет, кто пришел. Я 15 минут подвинул стрим. Да, ребят, всем привет, кто подключается к стримчику. У нас сегодня стримчик по КС-очке. Вы давно просили, чтобы я постримил КС-очку, я ее стримлю. Все, у нас пытаются наши пушки снести. А ну, если я вот так поставлю, то той пушки не достает. До той пушки не достает, ну ладно. Кто здесь у нас сидит? Никого у нас здесь не сидит, вон там кто-то сидит. Давайте мы тут поставим вот так вот. И пойдемте искать места, где они же появляются. Все-таки вот появился. Дело одно. Давайте мы сюда запрыгнем и поставим здесь вот так вот. Оп. Так, здесь у нас все хорошо. Здесь вот пушки ребята еще наставили. Так, одну мою пушку кто-то поломал где-то. Где-то кто-то поломал. Вот эту пушку снесли. Я так и знал, что ее снесут. Отсюда лезут они. Так, сейчас мы сюда как-то пройдем. Есть, вот меня кто-то убил. Илюха убил. Давайте мы Илюху убьем. Тут вот он где-то сидел. Вот он сидит. Видите, вот он сидел. Гад меня убил. Гад меня просто взял и убил. Ай-яй-яй. Прям в голову. Вот видите, если муравейку в голову стрелять, то муравейку убить можно. А если муравейки в голову не стрелять, то возможности убить не будет. Пойдемте, наверное, вот сюда к ним, сюда. Они тут появляются часто. Поставим тут вот так вот пушечку нашу. Теперь надо поставить пушку вот сюда. Сюда где-то надо поставить пушку.
Да, где-то вот тут надо поставить, но надо, чтобы кто-то здесь пробежался. Ну, ты, например. Вот ты. Да, ты очень много за тебя денег дают, потому что ты вид. С тебя прям кровушка полилась вся. Так, вот еще одно тело какое-то. Странно, пушки стоят, они убивают. Так, давайте сюда зайдем. Скорее всего, они там уже поставили пушек тоже. Да, вот видите, один есть. Давайте поставим пушку. И апнем ее вот так вот. И тут давайте вот так сделаем, чтобы наши пушки не сносили. Фу, можно немножко передохнуть. Так как нас убили, реально было не прикольно. И давайте пойдем посмотрим, где ребятки у нас ставят раздатчики. Чтобы поставить два наших раздатчика. Вот ребятки тут начали ставить, давайте мы тут поставим вот так раздатчиков. Пусть ребяткам будет тут помощь. Все, теперь одну пушечку надо нам сюда как-то проставить. Есть, видите, я его убил этим лазером. Вот еще один. Вот еще один. Есть кто-то? Да, я его видел. Давайте мы сюда тоже влепим нашу пушку. Вот так вот. Видите, по нам кто-то стреляет, пытается нас убить. Но мы не пальцем делаем, а сейчас все зарешаем. Так, сделали, тут сделали. Все, пушки стреляют. Давайте сделаем себе скорость. Так, Сашка, ты же можешь видеть пароли других игроков? Нет, не могу видеть другие. Я ж не Нострадамус какой-то, чтобы видеть пароли. Вот если бы я был бы Нострадамусом каким-то, или же какой-то Вангой, я не знаю, я бы, может быть, видел пароли других игроков. А так, я главный администратор. У меня свой сервер. Конечно, блин. Так, что наша пушечка? Покоцанная? Да, покоцанная. Так, давайте мы еще раз возьмем невидимость. Слушайте, он там кто-то стреляет реально. Давайте тут что ли поставим вот так вот. И вот так вот. Чтобы реально, если появлялся кто-то, сразу же помирал. Кто-то, видите, там лазер поставил уже. Давайте мы и тут вот так лазер поставим. И давайте дальше что-то будем делать. Так, ну у нас счет, в принципе, 197-2. За нас очень много випов играет. Только два, хотя там один Вано играет. Вано особо не играет. Вот. Просто если бы видел, тогда я бы попробовал зайти за Слендермен. Я забрал бы вещи из инвентаря. Ну, брать чужое нехорошо, это раз. Во-вторых, Слендермен забанен у нас на сервере, это два. И ты можешь сам всего достигнуть на этом сервере. Сам можешь построиться, сам можешь все сделать. Это даже интереснее, намного, я тебе скажу, чем взять просто из инвентаря человека, которого забанили. Так, ну вроде поставил лазерочек. Плохо, кстати, вот кому поставил. Так, одну пушку где-то разгатили. Где-то разгатили мою пушку, наверное, та, которая вот там стояла. Стреляет. Да, тут убрали мои лазеры. Вот здесь мою пушку, видите, разгатили. Давайте мы еще раз ее сюда поставим. Так вот. И поставим здесь вот так вот. Ага, не хватает нам катушечку, чтобы поставить. Убирают почему-то мой лазер здесь. Непонятно только почему. Так, кто-то попал нам. Прям вообще в голову чувак нас убивает. Читер какой-то, походу. По-любому. Какой-то читерюга. Плохо, наших пушек не стало, а сейчас будут здесь стрелять все, кому не лень. Вот. Нам обратно в голову попадают какие-то меткие ребята здесь попались. Но...
Ну, ведь ветрогенератор это снова стырил у Эндрагона, да, как я понял, у Слендермена. Понимаешь, Морой, есть одна проблема, что ветрогенераторы ты можешь стырить не у Слендермена, а у других ребят, понимаешь, которые уже играют на сервере, и ты сейчас реально стыришь ихние вещи. Поэтому я говорил, ребят, не грифите. Если я еще раз увижу, что ты что-то тыришь у кого-то, то, ну, как понимаешь, доступа у тебя обратно не будет на сервер. Не забывай, что играют, кроме Слендермена, еще играют там 15 человек. 15. Вот, если сам сделал, красавчик. А так, ну не тырь просто. Ну, блин, лучше же сделать. Все равно же спалится, что ты стырил. Есть же полностью все логи, пишутся они. Так, за кого заходить? Так, за террористов зашел Вано, за контртеррористов зашел Кайфуша. Илья зашел за террористов. Ну, давайте, наверное, за Кайфушу зайдем. С Кайфушей мне поприятнее будет играть. Так, теперь главное быстренько накосить хотя бы 1010. Вот так вот. Оп, 2000 есть. И давайте накосим. Мне надо, походу, прицельно стрелять в голову. Вот у нас еще одна жертва. И можно начинать будет расставлять пушки. Потому что если пушки сейчас расставить вовремя, то у нас будет просто все хорошо и замечательно. Главное добежать нам вон туда. Потому что если мы туда не добежим, мы там пушку не поставим. А нам именно тут надо пушку поставить, где-то сверху. Сверху и желательно на вот этот вот угол. На вот этот вот. Видите, по нам уже пушки две стреляют, вон там и там. Поэтому здесь надо по-хитрому как-то сделать. Я даже знаю, как это сделать. Нам надо сюда забежать. Вот сюда именно. И здесь сначала... Сначала вот... Ага, это наша пушка тут стоит. Хорошо. Это наша пушка тут стоит. Ну, по-любому, здесь раздатчики наши будут. Это 100%, я уверен. Давайте мы их сразу же вот так вот апнем. Так, чтобы не убили сразу. И пойдем смотреть, где тут еще кто ставит что. Нам туда надо добежать. Нам там пушку надо поставить. По-любому, если мы там пушку не поставим, делов не будет никаких. Так, по нам кто-то стреляет, там пушка чья-то уже стоит. Главное, что тут пушки две стоят. Давайте мы апнем парнишке пушку. Он ее поставил, молодец. Все, идемте, вон туда нам надо. Да, вон туда нам надо. А почему нам туда надо, сейчас я вам расскажу. Там вот видите, тело поставило пушку и стоит типа крыса такая. Вот. А, убивается это все очень просто. Берется вот такая вот оружка. Сейчас я вам покажу. Вот такая вот оружка берется. И вот так вот мы сейчас сюда вот так вот смотрите. Оп, ну не попали. Хорошо, не попали. Оп, вот так вот в голову в оно. Оп, вот так вот следующему. Кто тут еще у нас остался? Видите, по нам в оно стреляет или кто это, непонятно. Ну, короче, реально парням обидно, так как пушку поставили. Вот видите, прячется кто-то. Ну, пофиг. Главное, что мы убили того, кто нам мешал там, который поставил пушечку, парнишка. Видите, как легко и просто. Особо не напрягаясь. Вот этого мы сейчас тоже вот так убьем. Давайте разнесем здесь все вам. Пламину я бы так даже сказал. Вот, кто-то есть, видите, стреляет. Надо уничтожить эту штуку. Так, ладно, идемте дальше денежку косить. А, у нас уже много денег есть. Ну, я вам могу сказать, что плохо, что муравейки дали возможность... выжить здесь, так как наши заняли уже крышу, вот, и муравейка пошел внутрь. Когда муравейка лезет внутрь, это очень плохо для ребят, так как у них здесь только одна была возможность выживать здесь. Но я пошел сюда, и реально, если я сейчас сюда зайду и поставлю здесь пушек, то ребятки просто здесь не смогут находиться. А мне главное туда добежать. Добежать, ребят, добежать. Нет, не добежал, да? Ладно, зайдем через черный вход. Так, что вы тут пишете? А, вы все нормально, да? Хорошо. Передай N, Павел, что-то. Что передай N? Что такое передай N? Передаю Павелу Прокошеву привет. Он просит, чтобы я ему передал привет. Передаю ему приветик, ребят. Так, пойдемте. Что здесь, обратно пушку кто-то поставил? Наверху кто-то пушку поставил? Как так? Как так? Ты кто вообще такой? Ты что тут пушку ставишь? А ты кто такой? Вы что тут вообще делаете, ребят? Это моя территория, моя песочница.
Залезли к вам. Вы видели, пушки понаставляли. Ага, вот где лазерка стоит. Я понял, где лазерка. О, все, ребятки. Пушка никакая не стреляет по мне. Только ребятки по мне стреляют. Кровушка моя прям разлилась здесь. Ну ладно, давайте, раз вы не хотите меня пропускать, я вот так вот сделаю его. Боритесь мы с моей пушечкой. Реально деритесь с ней. Так, и нам теперь надо чуть-чуть дальше пройти и поставить пушку вот здесь. Вот здесь поставить пушечку. А вот здесь вот нам надо вот так поставить. И все. И вот здесь можно даже поставить вот так вот. Где-то вот здесь поставить вот так вот зарядник наш. Можно отсюда смело уходить. Нам там нечего делать. Крыша моя. Ой, не крыша, а внутряночка моя уже. Все, теперь задача закрафтить здесь все. Ну, понятно, закрафтить, сделать. Так, все, там лазер сбили. Нам надо туда одну пушку поставить, и одну вон в тот угол надо поставить. Так, что у нас тут с раздатчиками? Все хорошо. Все у нас замечательно. Ребятушки, все у нас замечательно. Давайте возьмем инвиз. Все, взяли мы инвиз. Мы теперь в инвизе. Удачного стрима. Спасибо. Айпишник, ребят, был в начале. Уже не дам я, потому что играю. Мне надо выходить постоянно, чтобы вам давать айпишник. Айпишник после стрима могу написать вам, ребят. Добавьте меня ВКонтакте, и все у вас будет хорошо. Давайте мы возьмем вот эту пушку, М996, вот эту пушечку возьмем, давайте вот эту пушку разрушим, эту штуку, так, ну здесь походу кто-то что-то поставил, вот это тело бегает, вот здесь вот надо, кстати, нам эту поставить, как его, лазерочек вот такой вот. И желательно его поставить и сюда, вот так вот. Чтобы не убегали ребятки. Отсюда. И вот этих нам надо тоже, ребяток, поубивать. А кто-то по нам стреляет. Откуда он нас только увидел, непонятно. Давайте мы сюда поставим так лазер. Все прекрасно. Да, видишь, все полностью просто зашибись на самом деле. Сюда поставили, сюда сделали. Смотрите, мы быстро бежим. А тут кто-то стреляет. Я прям слышу, как здесь кто-то стреляет. Вот видите, я даже через стенку... Меня где-то лазер убил. Реально хотел показаться ВХшником, что я умею стрелять через стены. А там кто-то лазер, вон стоит лазер у кого-то. Там реально стоит лазер. И это очень плохо, так как у нас теперь внутри нет лазеров наших. Они сейчас могут внутри там развиваться. Там уже випы появились. И все, поэтому нам надо срочно вот куда-то сюда влепить лазер. Вот куда-то сюда прям влепить лазер нам надо. Вот сюда куда-то. Прямо вот сюда. А второй желательно вот поставить где-то вот тут вот. Даже пофиг, вот так поставим. Нам главное внутрянку где-то занять. И сюда куда-то нам поставить надо наш этот. Все, можно уходить отсюда далеко и надолго. Ого, сколько их тут. Ого, сколько их тут. Все, давайте сюда идем. Так, нет никого. Давайте один сюда поставим, один туда. Ух как! Ух как! Да, привет, Мандер. Я везде включил. И на Ютубе, и вообще везде. Ишь какие, пацаны. Да, я теперь стримлю, ребят, везде реально. И Ютубчик. И Ютубчик, и ВКшечка, и Какашечка. Короче, стримчики теперь будут везде.
Давайте вот так вот. Ой! Снова лазер меня убил. Да что же это такое? Что же я рак такой? Что же я такой рак? Ребятки, видите нас? Они, короче, не могут реально. Блин, они, походу, все здесь снесли. Ребятки потихонечку заполняют здесь реально. Блин, что в домике спрятаться себе и жить в домике, с вами пока поговорить. Просто реально, походу, на крыше уже наших нету. То есть у нас реально ребятки сдулись с крыши. Просто сдулись. Там кайфуша вон перешел, слюха они делают, все решают вопросы. Смотрите, как я тихонечко сюда залез. Главное вот там вот пушку где-то поставить. И тогда будет все хорошо. Видите, ну там пушки стреляют. Нам главное вот сюда куда-то поставить пушечку. Там вон поставили уже пушку кто-то. Нам главное вот сюда куда-то поставить пушку. Все, меня убили. Видите, как оно. Видите, как оно получилось плохо. Прямо плохо, я могу вам сказать. Еще у них этот. Капец просто. Ну все, меня тут убило по-любому. Мне можно просто выйти. Умереть. Ну это все, мы будем в домике. Нас сейчас сгонят с крыши. По-любому. Нас сейчас просто сгонят с крыши, ребят. Привет, привет, Банблейд, привет, НФС, привет, ребятки все. Да, вы нам айпишники скинули, спасибо вам, что вы скинули айпи, так как реально было сложно найти их. Вот. Ну как сложно? Мне просто надо выходить, заходить на YouTube, сами понимаете. Сейчас это технически сложно реализовать. Ну все, это наш будет домик теперь с ребятами. Я на улицу уже не пойду, потому что там ребятки уже... Ну, я и так, в принципе, 123 кило накосил неплохо. Тут вот вообще ребятки просто в дырочке тут запрятались. Давайте мы тут тоже поставим вот так раздатчиков. Вот так, оп. Красивенько, как его он ставил. Ага, мои раздатчики еще на крыше стоят. Их еще не убили, прикиньте. Мои раздатчики еще на крыше. Их никто не убил. Вот, слышал, мои раздатчики убивают. Я прям слышу, как их убивают. Ага, ну там все, там уже смысла выходить нету. Хотя нет, вот есть место, я даже знаю, где я могу спрятаться. Если, конечно, у меня будет нормально денег. Если я сейчас накашу вот так вот денежек. 4000 есть. Так, 4-7000 есть. Можно попробовать сейчас тут им, ну, короче, сделать каку. Они не ожидают, там вот есть одно место, сейчас я вам покажу, вот здесь вот. Вот видите, кто-то там стреляет уже по мне. Вот есть одно место, вот здесь вот можно поставить вот так пушку. И это реально такое западло. Ай, блин, убили меня. Так, что у нас тут? Тут куча пушек ребята понаставляли. Вот этого надо в голову попасть. Вот этого можно в голову. Так, ну тут, конечно, все печально, даже нет никого. Ой, ты кто такой тут встал? Так, ну тут я умираю. Хотя нет, можно вот спрятаться. Есть место, где можно спрятаться там. Так, ну тут я не могу спрятаться. Давайте вот этого. Оп. Здесь можно вот так сделать. Да не, надо умирать идти, нам надо там где-то появиться. Нам надо где-то там появиться. Видите, я убиваю даже. Даже когда умираю, я все равно могу убить кого-то. И в голову главное попасть. А ты что тут? И тебе в голову 11 тысяч, ребят. Мне главное попасть туда, где ребятки вот там стоят. И будет все хорошо у нас. Нам главное туда, ребят, попасть. Вот туда, где нас убивают, вот нам туда надо. Я думаю, я рано или поздно попаду туда, куда мне надо. Ага, смотрите, какого-то випа убил. Так, ну давайте попробуем пробежать. Нет, видите, все равно не получается пробежать. Там два лазера стоят, которые нас просто убивают. Нам возле машины надо появиться. Ну, блин, сейчас убьет меня. Да, убивает быстро лазер. Я не успеваю просто туда физически добежать просто. Я надеюсь, я как-то туда добегу. Так, у меня чат выключился. Оп. Включил чат. Сервер тот же, да, ребят, КСДМ. Пока не поменялся сервачок. Как поменяется, я вам скажу, айпишник новый. Ну, ребята щимят, видите, просто щимят. Ребята некоторые не умеют здесь играть на этой карте.
Поэтому у них реально все плохо. Я один только вот пытаюсь то что-то сделать. Как-то здесь порешать все вопросы. Но, видите, нас даже уже тут ребятки начинают чимить. То есть я даже тут буду стоять, видите, меня убивают. Хотя так не должно быть. Но, видите, я хочу немножко другую каку тут не сделать. Ну, мне туда надо как-то добежать. Ну, видите, меня везде убивают. Там, там, там. Хотя есть там место. Вот там вот можно встать, реально, если вот тут появиться. Вот. Вот тут место. Да, вот место, если вот так вот встать. Ну, там, видите, по мне стреляет. Сложно стоять, короче, там. Чтобы не убили. Короче, возле машины, видите, я не появляюсь почему-то. Это очень плохо. Потому что если бы я появился возле машины, было бы все хорошо. Но у нас еще есть места, где мы можем сделать западляну пацанам. Вот такую вот. И сейчас вот так вот будем коситься. Видите, кого-то, какого-то админа я вон убил. Убил какого-то админа, потому что пропал лазерный забор. Ну и все, ребятки, сейчас смотрите. Раз, два, три. Сейчас просто кого-то будем ловить на лазер. Это я называю ловля на живца. Вот кто-то по нам стреляет. Походу увидели нас, наверное. Или же кто-то смотрит мой стрим. Ребятки, я сейчас взял вот такую пушечку. И, скорее всего, мы будем... Да, мы, у нас такая штука появилась. Так, пушек нету. И там пушек нету. Смотрите, как хорошо. Кто ж по нам стреляет такой? Смотрите, какой чувак тут к нам пришел. Почему за них, кстати, этот... Ну, видите, я мощнее оказался героя. Я, походу, супергерой. То просто был герой, а я супергерой. Получите, ребятки, распишитесь. Да, меня не так-то просто отсюда выгнать. О, броня, супер. И теперь нам надо покосить пушки, которые там есть. Кто там стреляет, непонятно. Но откуда-то кто-то стреляет. Нам бы сверху там поставить пушку, было бы намного попроще. Но мне кажется, я туда наверх даже не заберусь. Давайте заберемся, посмотрим, что у нас тут происходит наверху. Так, ну вроде пока меня нигде пушка из лазера не стреляет. Оп, смотрите, там можно наверху быть, там можно наверху быть, реально. Есть, никого наверху нету. Надо вот здесь вот пушку срочно. Вот так вот, да, 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 ребятки. Ох, вы пропустили меня на топ. Зря вы это, ребятки, сделали. Так, что у нас? Тут пушек нету. Ребятки вообще тупо крышу сдают. Тупо сдали крышу. Тупо сдали крышу, ребята. Моя пушка, походу, порешала все вопросы тут. Давайте сносим быстро эту пушку. Реально, моя эта пушка порешала все вопросы. Просто все. Вот. И ребята теперь ничего сделать не могут. Потому что моя пушка на крыше. Давайте сюда поставим так лазер. На всякий случай. И наша задача теперь, ребят, добраться вот до этого угла. Ага, там вон пушечка стоит. Но можно сделать по-хитрому. Можно пушечку где-то тут лепить. И, в принципе, нам хватит ее. Все, теперь главное ее апнуть. Ага, там кто-то, видите, стреляет. Там вип какой-то сидит. Там вип сидит какой-то и стреляет. Давайте, парни, поможем. Ну все, наша крыша. Мы, короче, здесь герои. Мы по-любому здесь нормально себя чухать будем. Поздравляю со 100 подписчиками. Спасибо огромное, ребят. Спасибочки. Да, я поменял, ребят, круто сделал. Муравей, ты можешь больше стримов снимать? Да, Павел, будет теперь, вы постоянно будете видеть меня на Ютубе. Я просто раньше стримил только на Твиче, поэтому ребятки с Ютуба не видели мои стримы. Вот, а так будут стримы еще, обязательно, будет много стримов. И по Counter-Strike, и по Доте, и по Майнкрафту. Будем играть, будем вам показывать это все. Так, ну там лазер, вот, видите, видите, видите вот того чувака, вон он. В инвизе, вон он бегает. Так, кто-то мне перед экраном прям встал.
Так, ребятки, нам надо уничтожить, главное, вот эту штуку. Она хилит пушку. Нам главное ее вот так убить. Теперь нам главное убить пушку. Если мы пушку убьем, то того чувака там не будет. Ну, мне кто-то помогает стрелять, поэтому мы быстрее, я думаю, убьем ее. Если кто-то будет помогать, по ней стрелять. Ну, как видите, никто не стреляет. То есть я один остался. А, не, кто-то он стреляет, нормально. Давайте стрелять, помогать. Если кто-то будет стрелять, то мы ее снесем даже с двумя катушками. Это всегда, видите, нормально киляю. Но у меня 88 смертей из-за того, что я, видите, отбивал. Отбивал, ребятки. Ну, здесь все. Ну ладно, давайте, короче, отсюда уйдем. Пойдемте поставим где-то пушку в другом месте. Или же постреляем с другой стороны. Зайдем как бы к этому делу. Подойдем с другой стороны. Вот, видите он? Видели его, да? Там вон голова чья-то. Так, ну пока видите, я его не вижу. Если бы вы увидите, если бы он снова так вылез, как он вылез. Привет, ребятки, всем. И Мандеру привет. Ой-ой-ой, как больно. Ой-ой-ой, как больно. Не бей, не бей. А, гад. Ладно, давайте старинный метод. Метод убивания. Вот сюда нужно достать. И просто вот так вот будем сейчас закидывать его. Хотя можем не закидывать, можем сделать намного поинтереснее это все. Так, давайте, тут лазеров у нас нет. Ага, где-то тут лазер есть все-таки, да? А это, походу, тот же лазер нас убивает. Ну, главное, ребятки там на крыше зацепились, это очень хорошо. Вот. Обратно у них, походу, разрушитель. Да, у них снова разрушитель. Нам надо сделать вот так вот и вот так вот сделать. И теперь можно пойти поставить еще где-то пушек. Главное найти героя. Где он? Где герой? Мне нужен герой. Мне нужен герой, чтобы его убивать. Герой, иди ко мне. Иди, мой маленький, ко мне. Героя просто никто убить не может. На самом деле он убивается очень легко. Вот, главное найти правильный подход к этому человечку маленькому, который бегает. И все будет хорошо. Так, ну, нас, походу, здесь убивают. Герой он там вот есть. Ребятки меня со всех сторон бьют. Ну и ладно, еще раз может меня пушечка убить, я не хочу здесь находиться. Так, смотрите, пойдемте сейчас сюда. Тут кто-то сидит в этой дырочке? Не, никто не сидит, а чё ж так? А чё ж так никто не сидит? Так, герой где-то наверху, он, слышите, бегает. Короче, печалька на самом деле. Павел, ты лучше, спасибо. А на сервере бесконечно патроны или у тебя? Нет, на сервере у меня бесконечно патроны, у меня здесь привилегии просто есть. Поэтому у меня здесь и бесконечные патроны, и VIP, и так далее. Поэтому я снимаю здесь с привилегиями. Так, ну что делать? Герой реально разбивает там все наверху. Ребятки сейчас снова займут крышу. Реально сейчас займут крышу, если реально сейчас героя не убить. А героя не убить, герой оказался умнее немного. И он просто всех косит. Он, походу, уже в домике. Или где он? Вот он. Вот он, ребятки. Давайте мы ему так... его вот так убьем, да, убили. И пойдемте обратно, как мы тихо делали, вот так вот тихонечко сейчас сюда выйдем. Вот так, пока здесь никого нет. И вот здесь вот пушечку поставим. Вот так вот здесь пушечку поставим нашу. Вот так, ребятки. Ай-яй-яй, меня кто-то убил. Меня кто-то где-то убил. Все, они пушек понаставляли. Кстати, вот это место. Вот это место, ребят, за которое я говорил. Которое, ребятки, иногда провтыкивают дефать. Вот. Здесь вот так вот становишься. И вот так вот сюда главное поставить теперь вот так вот. Все, и можно раздатчик даже поставить для себя. И просто здесь стоять фармить. Все, я здесь просто реально буду как вредитель. То есть меня как бы и не видно. И, блин, ну, короче. Просто вредитель реальный такой.
пушечков он стреляет, меня убивает. Он, видите, килы идут, короче. Можно просто стоять, фармить. И все будет хорошо. Так что вы пишете. Если буду видеть, то буду смотреть. Хорошо, обязательно смотри. Стримчики будут проходить ежедневно. Я пока без графика стримлю, ребят, но обязательно где-то, ну не знаю, пройдет немножко времени. Я обязательно буду стримить по графикам. Пока я стримлю, когда есть время. То есть стримлю я, ребят, три игры. Стримлю я Counter-Strike, Dota и Minecraft. Вот. Стримы у меня без мата, ребятки. Вы не услышите матов на моих стримах. Вот. Не услышите матов, руганий и всего прочего. То есть стримы у меня такие замечательные, короче. Так, давайте. Еще вот тут вот я пушку хочу поставить. Если получится, если дадут. Да, дали пушку поставить. Давайте поставим тут еще пушечку. Вот так вот. Все есть. Так, теперь надо вот сюда еще поставить нам вот так вот штуку эту. Видите, как хорошо. И я, считайте, здесь занял местечко. И реально здесь меня никто не убьет и никто не будет трогать. Видите, стреляет по пушкам, пушка он хилит. Давайте инвиз возьмем, чтобы нас тут вообще не увидел никто. Ну, в принципе, все, здесь можно стоять, фармить, пушки мои не убьют. Даже кто будет появляться, им будет реально вот сложно. Потому что пушки вот так вот будут убивать. Вот. Ты на этом сервере? Нет, ребят, я играю еще на другом сервере. Go больше по КС. Ребятки, будут обязательно по КС, будут и КС-очки будут. Ну, я просто как, я стримлю разные игры, потому что меня смотрят разные люди. Мы будем стримить и КС. Вот. А еще этот... я играю на своих серверах. Это не мой сервер. Это сервер одного проекта. Ну, где он просто мне нравится. У меня здесь есть право привилегии, поэтому я здесь играю. Также у меня есть, ребят, свой проект, на котором я тоже играю. У нас там есть два пока сервера. Один сервер у нас есть Jailbreak, где тюрьма, короче, надо командовать. Мы обязательно пойдем, я вам покажу все там. Вот. Есть еще один сервер у нас Detran. Там надо прыгать. И, скорее всего, по-любому я сделаю что-то КСДМ. Может с пушками, может без пушек. Посмотрим. Появится у нас скоро еще один сервер, я в этом уверен. Я сегодня буду разговаривать по поводу этого, чтобы у нас появился еще один сервачок. Вот. Так, что, нашу пушку снесли, да? Вот нашу пушку гад сносит. Давайте попробуем его убить. Ну, он меня убил. Видите, как шарит, как играть. Это единственный персонаж, который, видите, залез и меня убил. А, может, я его убил, потому что пушек, видели, не было никаких. Вот, поэтому я его и убил. Вот так, ну, обратно здесь дырка освободилась, видите. Обратно здесь никто не ставит пушку почему-то. А мы поставим. Почему бы и нет. Так, на крыше что здесь у нас? Обратно крышу отпустили, вы видите? Крышу обратно отпустили. Крышу обратно отпустили. Кайфушу надо убить. Не убили мы кайфушу, ну да ладно. Главное сделать теперь вот так. И все, наша пушечка все порешает, все вопросы. Так, что у нас здесь? Там кто-то он был. Мне надо апнуть все-таки пушку нам до лазера. Кто-то по нам стреляет. Даст 2 на 2. Да, согласен я поменять на даст 2 на 2. Я согласен на любую карту. Я все равно везде разрываю. Играю как бог. Да, я такой. Не, на самом деле шучу, я играю просто. Просто играю, получаю удовольствие от игры. Вот. Все, голосование, следующая карта Dust 2. Ребятки не выдержали, решили поменять. Смотрите, вторая карта меняется, так реально по правилам делать нельзя. Но видите, правила у нас ребята не соблюдают. Но мне все равно, я играю сегодня в кайф просто. Так, за кого мы будем играть? За кого заходят? Так, випы, куда заходят випы? Я буду играть только против випов. Так, три випа зашли за КТшников. А мы пойдем за террористов. Будем играть против Мандера. Да, скорее всего так и будет, потому что випы зашли туда. Надо для баланса, чтобы я играл за террористов. Хотя туда пошел кто у нас? Вано пошел и Ильяс. Ну, Ильяс только умеет, но там випов больше. Ну, за террористов. Я играл, в принципе, на той карте за спецназ, поэтому поиграем здесь за террористов. Все, появился я возле террористов. Поехали. Кто-то меня убил уже. А, иди сюда, дорогой. Дорогой и замечательный. Пушечка, давайте пушечку апнем. Это хорошее место, мне оно нравится. Мне оно реально нравится.
Вот. Так, а где пушка делась? Я не понял. Кто тут пушку убил? Да ты соты какой-то. Прыгучий, живучий какой. Так, вот пушку поставили. Давайте поможем парнишке. Так, помогли. Нам главное теперь сюда добежать и вот здесь поставить вот так вот пушечку. Вот этого гада нам тоже надо убить. Все, ставим здесь мы пушку вот так вот. Заморозка, ну и пофиг. Нам теперь главное сюда забежать. По нам он стреляет, видите? Ну, а мы сюда добежим. Все, ставим пушечку вот так вот, подбегаем. Сюда ставим вот так вот раздатчик. Не раздатчик, а нашу эту штуку. Ну и все, в принципе, вот так вот сделали. И мы теперь можем здесь фармить. Так, кто-то нам пытается обновить. Спасибо ему огромное. Лязно обновил пушечку. Так, только теперь, ребятки, есть одно но. Нам надо добежать. Нет, 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 не убивай меня, у меня много пушек. Все, сюда забежали. Стоим тихонечко, никого не трогаем. Стоим тихонечко, никого не трогаем. Напиши в ВК, что я написал. Папа, пишет Олег. А твой сервер... Давай с пушками, чтобы меню биндить можно было. Ок, братан. Да, ребят, будет. Да, ребят, будет. Все, я вам потом все расскажу про свои сервера. Вы обязательно увидите обзоры этих серверов. Я все запишу вам, ребята, покажу, как, что будет. Так, хочу вот эту вот пушку. Вот эту хочу пушку. Есть, кого-то мы споймали, вот еще одного споймали. Вот один тут перезаряжался, патроны у него, видите, не бесконечные, я по нему попасть не могу, он бегает. Вот еще один, давайте вот сюда потихонечку поставим нашу пушечку. Вот так вот, тут еще вот один. Вот так вот поставим сейчас, и сюда можно раздатчик. Нет, раздатчик мы не поставим, мы сейчас умрем, если не уйдем отсюда. О, как жизни мало осталось. Хилиться, хилиться, хилиться срочно. Да, видите, плохо у нас пушки работают здесь. Никто не убивает. И давайте вот так вот встанем и будем стрелять по ним. Я уверен, сейчас кого-то зацепим. Вот видите, кто-то там тоже стреляет. Но я в инвизе. О-о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 -
Следующий. Опа, смотрите, что у меня есть, ребятки. А как вам эта штука? Уа, как плохо. Я выжил, вы не представляете, я выжил в такой жести просто. Просто в такой жести выжил. Просто ребяток вообще тут раскидал, вообще раскидал. Вы видели, наверное, это. Вы просто это видели. Вы видели, какой я не то что бог, это просто вообще. Фух, аж вспотел немного, если честно. Так, нам теперь надо пушечку вот тут поставить еще одну. Вот сюда нам надо пушку поставить обязательно. Обязательно. И нам надо сюда вот так вот поставить раздатчик наш. Ай, нас кто-то убивает. Яйко убивает нас. Яйко, господи, Вайко убивает. Фух, аж вспотел. Фух. Да, ну бывает, ребятки. Бывают такие потные вещи. Ну, это Dust 2, здесь простительно. Здесь можно вот так вот стрелять. Здесь можно вот так вот стрелять. Можно сюда вот так на проломчик пойти. Вот так вот. Ра-да-да, я могу, я зверь, меня не убить. Ну, видите, убивают все равно. Когда жизни заканчиваются и деньги, чтобы хилиться. Так, идемте дальше. Идемте их расстреливать, этих гадов. Иди сюда. Кто там наверху меня тогда убивал? Гад снова убил. Ну ничего, мы не сдаемся. Мы сейчас сделаем вот так по-хитрому. Ловите, ребят, подарок первый. Вот так вот сразу ловите. А теперь ловите вот так вот. И ловите вот так вот. И вот так вот еще ловите.
Блин, все равно чувак там сидит сбоку. Привет, кролик, привет, ребятки, всем, кто меня знает, всем привет. Прямые трансляции вы можете увидеть на Твиче, на Ютубе, ВКонтакте и так далее. Подписывайтесь на меня. Ой, вот этого надо словить. Да, ребят, реально, у меня есть свой канал на Ютубе, у меня сейчас идет прямая трансляция, я уже записываю где-то полчасовой стрим идет. Вы можете посмотреть, как я бегаю. Некоторые люди использовали это в своих целях, они слышали, где я бегу, кидали по мне гранаты. Короче, ну, все в ваших руках. Привет, умник. Давай, ладно, пока, Павел. Удачки тебе. Давайте кролику дадим денег. Давайте ему прям много переведем. Прям все, что у нас было, переведем, чувак. Мы все равно сейчас быстро накосим еще. Так, нету никого, нету. Вот, вот есть чувак. Кстати, я вам сейчас покажу, как реально можно умирать и убивать. Единственная пушка, с которой можно убивать, это вот этот вот скорострел. Вот. Почему с нее можно убивать? Потому что она просто сверхмощная. Два выстрела в голову, и чувак труп. Реально труп. Вот. Ну, я сюда не пройду. Давайте мы вот так вот сейчас покажем, как это делается. То есть можно даже, умирая, убивать. То есть ты появляешься, тебя вроде бы убивают, но ни у кого ничего не получается. Вот, видите, какая ситуация. Давайте поставим еще вот такую вот лазерочек. И посмотрим, что у нас сейчас произойдет. Муравейка, он видел, видели, он лазером одного убил. Он видел, лазером второго. Кайфушу убили. Кайфушку убили, кайфушу. Ребятки, убили кайфушку. Это реально кайфово, когда убиваем кайфушку. Да что вы убить его не можете? Да что вы, как сам дилер, раки, блин, все. Убивать, вот этого тела убивать. Где он побежал? Убивать его. Для этого все убивать. Этого в голову. Что вы, как раки все? Пушки там нету. Вообще пушка пропала. Ну. Ох, раки все, ну. Не может никто играть. Хи-хи, мне ответили, пишет умник. Хи-хи, йоу. Ну, а что мне не отвечать? Я иногда в чат смотрю, периодически. Я иногда вас вижу. Так. Да, ребятушки, что-то меня реально лутят. Никак не могу пройти. Вот голову у меня Яйку снова же убивает. Не, ну Яйка шарит, как играть, конечно. Это единственный игрок. Сейчас вот реально из тех, кто играет, вот реально интересно, с кем играть, это Ильяс. Он, ну, раньше был раком, сейчас немножко подтянул. Вано такой себе вид. Вот, Яйку с подевайку, реально хорошо человек играет. И все. Кайфуша по кайфу так играет иногда, и все, больше ничего такого не делает. Ой, у нас герой. Герой, что ты стоишь на месте? Я сейчас сам тут порешаю, без героя все. Сколько у нас киллов вообще? Смотрите, я вот, вы видели, я хожу, умираю реально, у меня 100 киллов уже. А я хожу такой, умираю, бегаю, тут что-то стреляю. На какой сборке ты играешь, ребят? Я играю на сервере КСДМ с пушки лазеры. Это сервер Безгейма проекта, не мой проект это. Вот. Хочу сделать на своем проекте тоже пушки лазеры. Вот, может быть, сделаю попозже чуть-чуть. Так, ну сюда реально, да, не пройти, видите, лазер убивает. Ну, вот так вот можно стрелять, в принципе, вот так вот подойти сюда, вот так вот. А, все равно, видите, убивает. Не страшно здесь умирать, потому что снова появляешься. То есть, можно бегать обратно. Ну, давайте по старой схеме сделаем. Поставим здесь вот так вот штучку эту. А сюда вот так поставим вот так вот. Нате. Нате, ребятки, сражайтесь.
Сражайтесь. Все, вот так поставили. И давайте убежим отсюда, потому что реально, ребят, тут больно. Я, походу, Энджел убил, наверное. Да, скорее всего. Да, ребят, видите, он умирает по чуть-чуть. Надо убрать наш раздатчик отсюда, то есть нашу катушку, и поставить ее туда. Так как если они всей толпой будут по моей пушке гатить, то они ее убьют. А так они ее не убьют. Как ставить эти установки? Буквочка М, ребят, открывает вот такое вот меню. Вот такое вот меню открывает буковка М. И там вы найдете, как ставить пушки, как их минировать, как их разминировать. Так, ну, в принципе, моя пушечка стоит, она продолжает килять, смотрите. Она потихонечку все равно будет убивать, потому что они не видят там, что она стоит, некоторые. Вот. И реально лезут. Видите, пытаются убить пушку, но здесь стоят две катушечки. А вот еще тело, видите, какое-то стоит. Здесь стоят две катушки, которые хилят реально. У одной 50 тысяч жизни еще осталось, у второй 88. Да, они покоцанные, правда. Реально, кстати, очень покоцанные. Так, а что меня здесь стреляют? Я не понял. Моя же территория. Так, давайте сделаем пару лазерочка поставим. Один вот сюда вот так вот поставим. А второй поставим вот сюда вот так. И третий вот сюда поставим. Все четенько. Потому что иногда появляются всякие чуваки, и они нас будут бить. Кто-то мне или денег дал, или я много поубивал кого-то. Скорее всего, денег просто дали. И давайте сделаем типа МВХ. Ну, типа МВХ. Поняли? Так, ни по кому не попали. Пушку, смотрите, бьют. У нее реально 14 тысяч жизней. 14 900, 14 900. Видите, они ее вроде бьют, а не убивают совсем. Ага, вот, видите, чувак сел. Давайте мы вот так вот поставим. Короче, моя пушка стоит, и считайте, один проход я сам держу. С помощью двух катушек и одной пушки. Все. Да, катушки доступны только админам. Вот, видите, разгатили все-таки толпой. Толпой напали. Вот, ну, ребятки, у вас ничего не получится, так как здесь я стою. Я вас просто сейчас через стенку всех поубиваю здесь. И пушку вашу сейчас убью тоже. И сюда еще свою поставлю вам. Видите, какое у нас сражение тут идет. Борьба не на жизнь, а на смерть. Просто вообще такое безобразие творится, что вообще кошмар. Надо вот тут вот какого-то... Вот тут вот стоит, походу, тело за вот этим заборчиком. Которая стреляет. Ой-ой-ой, как голову кто-то больно попал. На 278 прям. Так, один кто-то здесь вот, по идее. Или где-то... Вот отсюда, да, я знал, что тут кто-то стоит, вот стреляет. Я прям чувствовал это. Вот по нам стреляют. А, я сейчас убью. Уходить, уходить. Так, ребятки, давайте попробуем уйти. А-а-а! Замочили меня. Все-таки замочили. Ну и ладно. Давайте сделаем вот так вот. Разгатим наши эти. Да, и все. На этом, видите, закончилась эпопея. Вот. Ну, в принципе, нам нормально. Мы здесь нормально живем. Нас тут никто не трогает. Правда, теперь оттуда будет лезть противник теперь будет. Получите гранатку. Денег, короче, нету. Можно походить, поколядовать. Можно походить, поколядовать тут. Колят, 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 ныться. Дайте мне, пожалуйста, маниться. Муравей, собираешься делать свою сборку? Да, будет, ребят, свой сервер КСДМ-очки. По-любому что-то будет.
Не, на сервере сборка, например. Я не знаю, что это за сборка, ребят. Это не сборка, это свой сервер у ребят. Я не знаю, они сами, по идее, делали, настраивали все. Поэтому я без понятия, что тут за сборка. Вообще даже без понятия. Даже представления не имею. Пишите. Привет, Дема. Привет, ребятки. Привет, ребят. Кто подключается к нам, вас все больше и больше. Я рад вас всех видеть на стримчике у себя. Не думал, что вечером будет вас так много, но реально это очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, друзья. Обязательно подпишитесь на ютубчик. На ютубчике будут выходить ролики. Еженедельно буду постараться закидывать какие-то интересные для вас ролики. С разными интересными гайдами, может. Слушайте, ну вот чувак встал просто и стоит. Вы видели? Просто встал и просто стоит. Понаставлял тут. Так, ну у нас 10 тысяч. У нас, в принципе, все равно, как вы видите, было 100 килов, стало 147. Хотя мы особо не убивали, только умирали чаще. Наша задача пробраться на ту сторону. По-любому как-то пробраться. Можно взять вот такую вот гравитацию, видите, и перепрыгнуть ее таким вот образом. Вот. И сюда добраться. Чтобы не было этой штуки, смотрите, что мы сделаем. Мы поставим вот так вот пушечку. И вот так вот поставим два этих штуки. И таким образом, видите, у нас можно теперь будет здесь пробежать. И все, бежим отсюда. Подхилимся сейчас. Все, видите, как хорошо у нас все получилось. Пушечка стоит. О, денежек кто-то дал. Спасибо за денежку. Ну, давайте тут пушечку поставим вот так вот. Пусть попробуют и эту теперь убить. Давайте вот так вот поставим. Две пушки, видите? Так, ну кто-то знает, что я тут, походу. Кто-то смотрит стримчик и реально убивает. Так, чё, сколько платформ? Ладно, пока пойду. Давай, иди. КС. Дем, 8. Получилось на 8. Просто, ну, 8 настроил, хотя можно получиться и больше, но пока настроил только 8. Нет, не 8, 9. Брышу. Так, даст 3 на 3. Мы, постоянно меняются карты, ребят. Мы не можем на одной карте до конца доиграть. Вот уже четвертая карта, по идее, на которой мы не можем доиграть полностью. Меняют люди карты постоянно. Невозможно поиграть нормально. За кого заходить, я не знаю. Давайте посмотрим. Кайфуша. Давайте на этот раз зайдем за спецназ. В принципе, все равно где играть. Но тут обязательно надо эту точку забрать. Тут обязательно вот здесь вот надо вот это все забрать по-любому. Если я здесь не захвачу территорию, то можно будет и не играть здесь. Так, 1300. Надо чуть-чуть больше. Сейчас мы побежим. Да, убьем кого-то. Нам надо убивать вот так вот в голову. В голову нам надо убивать. Иди сюда, и ты иди сюда. И ты иди сюда. И ты иди сюда. Сейчас всех поубиваю. Так, 4000 есть? Но этого очень мало. Если я поставлю, меня могут все равно убить. Нас все равно смогут убить. Так, 8000. Нам надо хотя бы 10-12 тысяч. Все, есть они 11 тысяч. Там вот кто-то по нам стреляет. Давайте уйдем от этого дядьки злого. Поставим одну пушечку вот здесь. Вот, а одну пушечку вот здесь. Вот так вот. Все, эту пушку улучшаем вот так вот. И теперь просто ставим сюда вот так наш этот. И можно здесь, в принципе, уже находиться.
Все, правда, вот здесь может быть одна беда, что здесь не получится, как на той карте. Хотя получится. Давайте ставить так раздатчики вот тут вот. Закроем наш этот. Вот так вот. Потому что тут иногда чуваки появляются, они такие будут бежать, а-та-та, и будут стрелять по этим. Так что все нормально. Давайте пока станем, чтобы никто не появлялся. Посмотрим, что вы пишете. А, Дима пишет, ясно. Да, Дима, и реально это помогло, потому что реально на Твиче было просмотров, ну не просмотров, зрителей порядка 5-7 человек. А сейчас зрителей 15-20 человек. Поэтому реально увеличилось количество зрителей, потому что ребятки реально были подписаны на мой YouTube и на другие каналы, а смотреть не могли. Поэтому сейчас это намного круче стало. Короче, ты реально красавчик, чувак. Да, ребятки, это Дима помог мне настроить все, и ютубчик, и ВКшечку, чтобы я мог стримить. Чтобы вам было удобнее смотреть меня везде, где только можно. И вот этого надо вот так вот. Оп. Кто там есть? Кто-то бежит. Да, вот у нас чувак. Он нас может убить. Нет, не убил. Фух. Надо уйти отсюда. Надо отсюда срочненько уйти. Срочненько сюда давайте станем куда-то. О, можно апнуть раздатчик. Ну все, стоим фармим. У нас 24-3 счет. Пока самый лучший. Вот видите, появляется чудак, и вот так умирает сразу. Не, ребят, пока денег не дам, я пока еще сам бомж. Мне надо немножко денежек накосить. Да, видите, как оно. Оп. Да, там уже ребятки стоят. Ну, пусть стоят все равно. Мы тоже тут неплохо устроились. Мураха СПС. За что СПС, я так и не понял. А, походу, пушку ему апнул. Так, идемте ему еще апнем. Слышите? Че не апнуть ему так? Оп. Пусть человеку тоже будет приятно. Раз он пишет Мураха СПС. Мураха ж красавчик. Красавчик. Ой, как меня покоцал, чувак, смотрите. Прям почти убил. Так, что у нас там по пушкам? Там наши есть или нету? Интересно, мне вот здесь вот наша пушка стоит или не стоит. Так как если наша пушка здесь не стоит, вот так вот нам нашу пушку надо поставить. Вот так вот, смотри. Оп. Все есть. И теперь сюда. Зачем ты тут ставил? Там же раздатчики поставили. Ну, вот кайфуша, блин. А, кайфуша. Ну и все нормально. Ребятки там походу задефят мою пушечку. Там кайфушка шарит. Пойдемте еще с одной стороны попробуем зайти. Блин, нам инвиз нужен срочно. Без инвиза туда смысла нет рыпаться. Чья это? Вано поставил. Ой, как много раздатчиков, вы посмотрите. Тут можно просто стоять и денежку фармить. Давайте мы так и сделаем. Мы сейчас собираем тут на инвиз. И все будет у нас хорошо. Сервер лёг. Какой сервер лёг, ребят? Если приватка, то может сейчас произойти такое, так как могут вестись техработы. Если не приваточка, то... Ну, если приватка легла, то ждите. Ребят, я скоро пофиксирую эту проблему. Мы просто реально очень много всего наставили. Особенно это касается якорей, которые обновляют чанки. Поэтому, скорее всего, у нас будет как сделано... Если сервер продолжится крашиться, я просто приватный. Ну все, ждите, он сейчас обновится. То есть это из-за того, что много чанков обновляется. Так, давайте возьмем вот так вот. И поехали, поехали.
Ага, видите, тут кто-то есть уже. Из наших тут кто-то есть. Так, будет сейчас разрушитель. Главное, что я взял инвиз от разрушителя. Когда человек разрушитель, он не видит меня. Реально. Да, все, разрушитель, видите, их. Теперь задача выцепить разрушителя. И убить его. Ну, разрушитель что-то не пытается бежать куда-то. Чаще всего, когда люди видят, что не разрушитель, берут пушку и так... Вот, я вижу, где разрушитель. Вижу я его. Давайте мы попробуем его убить. Так, куда он побежал? Встал вообще. Стоит и просто стреляет. Нельзя так делать, когда ты разрушитель, потому что я вот так вот просто сейчас убиваю вот голову. Просто вот так убиваю. Ну, я убил, правда. Ну, я много дымага нанес. У меня было 44 тысячи. Вы видели, как надо убивать разрушителя. Правда, проще было вот так вот мне здесь вот так вот лазер поставить, просто вот так вот. Он бы просто сдох бы сразу. Так, там поставили пушку, ребятки. Идемте, наша цель туда идти. Наша цель сюда пойти и поставить тут вот так вот. Вот так вот поставить, все. О, привет, привет, кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? Все, давайте тут, наверное, мы поставим и пушечку. И обязательно поставим здесь вот так вот. Вот так поставим. Чтоб если вдруг что, было все у нас хорошо. Так, надо вот так вот еще все. Уи, как мы можем летать, видите, высоко. Давайте посмотрим, что у нас тут происходит. Тут кидаются гранатами, ребята. Давайте мы потихонечку так пойдем. И кого-то мы найдем. Оп-оп-оп-оп. Типа МВХ, типа МВХ такие. Чем админка хороша, то что когда ты стреляешь через стену, тебя не считают ВХ. Ну, хотя сейчас вы видите все на стриме, поэтому сразу понятно, что я играю без ВХ. Так, кто-то просит обновить пушку, отойди. Я тебе сейчас все сделаю. Идем-ка вот сюда. Пушечку тут, видите, разнесли. Давайте мы тихонечко так подойдем. Смотрите, как мы можем... А, и кто-то заметил, Ильяс. Как он нас увидел? Как? Как-то Ильяс нас увидел, видели... Мне он шарит играть, я ему поверю. Хотя он может быть с ВХ, если честно. Он такой, что может. Так, наверное, знаете, что я сделаю? Пойду, наверное, тут пушку поставлю. Вот так вот. Поставлю вот так вот. Ага, установки. Все, надо пойти катушки убрать. Надо вот эту катушечку убрать. Эту катушечку, которая там стоит, убрать. И пойти все-таки с той стороны. Оп, оп. Оп, и нашу катушечку оттуда заберем. Сегодня может Mortal? Не, сегодня Mortal'а нет по программе, ребят. Сегодня максимум будет дотка. Яйку нас убивает, видите? Ребятки там хорошо засели. Я ничего не могу сделать. Давайте мы поставим вот так вот. Оп. Ой, не туда. Оп. Как мы умеем. Продолжает реально, видите, кто-то стрелять по нам. Но денег нет. У меня просто банально нет денег. Были бы денежки, я бы сейчас все тут порешал. Да, так, видите, не порешал. А сейчас я выйду посмотрю. Да, ребят. Все у нас реально хорошо.
Прям реально, дайте одну секунду, я гляну, что у нас происходит. Ютубчик, Твиттер. Да, кстати, на Ютубе вас реально, ребят, много смотрит. Это очень радует, что вы Ютубчик мой смотрите. О, кто-то нам денег прям накинул. Смотрите, 20 штук. Да, мы сейчас порешаем все. Сейчас пойдем порешаем. Кто нас там убивает? Яйко? Яйко, одно яйко. Давай мы тебя сейчас порешаем все. Так, все нормально вроде, да. Так, давайте. Так, яйко кидается гранатами. Это такой чувак, который может закидать нас гранатами. Кто-то нам дал снова денег много. Давайте обновим ребяткам пушки за то, что может быть они нам дают денег, может быть не они, но кто-то-то денег дает. Рейну пушечку обновим сейчас. Ух, как. Так, кто тут ставит пушки? Ты кто? Ты зачем пушки тут ставишь? А? Так, все, катушки нет. Ну, давайте вот так вот ставим. Вот так вот будем стрелять по ним. Вот так вот. Хоп-хоп-хоп-хоп. Смотрите. Так, наша задача теперь поймать или же прозрачного тела, или же желтого, рыжего такого. Вот. Вот этого нам надо было споймать. Видите, мы кого-то споймали. Ильяса споймали. Теперь просто сидим и фармим вот так вот. Хоп-хоп-хоп. Бежать, бежать от него, бежать. Да, ребятки, это очень плохо, он реально нас может убить. О! О! Вроде убежал и скрылся. Все. И муравейка убивает героя. Муравейка победитель. Да, муравейка шарит, как играть надо. Так, поубивали пацанов, поубивали этих пацанов. Да что же я попасть не могу? А, видели, в голову попал кому-то. Невидимку кто-то купил, долго, наверное, копил, а я пришел и сразу убил. Муравейка, убиватор. И ты, Ильяс, получи. Все получите по щам. По щам. Давайте тут поставим вот такую вот штуку им. Вот такую поставим. Чтоб не расслаблялись пацаны. Вот. Теперь наша задача, ребят, знаете, какая одна проблема? У меня остались два раздатчика там, да, походу? Да, два раздатчика остались там, а их надо за... не раздатчика, а эти, как его? Блин. Вот эти штуки. А, ну не отвлекай. Давайте одну пока уберем и пойдем туда, потому что там можно пробежать, по идее. Если у нас получится пробежать к ним, то будет очень хорошо. Чья эта штука? Плохо она стоит там. Так, смотрите, нам можно вот сюда добежать. Смотрите, можно сделать вот так вот. Поставить вот так, вот так. И сюда вот так поставить пушечку. Вот так вот. И она... Ох, как тут их напрягать теперь будет. Ох, как же ж она теперь напрягать их будет тут. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. Смотрите, никого здесь нет, ничего здесь нету. Можем вот так вот. А, это кайфушка тут стоит. Кайфушка по кайфу встал. Так, а хорошо. Так это кайфуша, походу, да, поставил? Да, кайфуша поставил. Ну, в принципе, все хорошо. Вот эту штуку давайте убьем. Мы реально пацанов тут щимим. Просто щимим. Ай, как же ж плохо получилось. Кто это по нам бьет? Короче, опа, и тут пацаны, видите? Короче, мы как только с одной территории уходим, где-то в другой территории кто-то, короче, забирает территорию. Вот видите? И не пройти, и не пробраться туда. Оп. Как я много дамага в голову нанес. Вот этого надо гада убить, он тут самый главный, походу. Оп. Короче, смотрите, как мы сделаем сейчас по-хитрому. Вот этих двух убиваем. Вот этого и вот этого. И сюда ставим вот так вот. А, и убили меня. Да иди сюда. Короче,
И сюда давайте вот так вот им поставим. Ах, как напряжно сейчас им будет. Шо, пацаны, напряжней, когда нам всем тут. И все, можно отсюда уходить тихонечко. А что, мы пушку убили? Нет, стоит моя пушечка, смотрите, все хорошо. Так, что там, тоже пушку поставили? Ну, короче, пока стоим тут. Пока стоим, не рыпаемся. Ах. Как все печальненько может произойти здесь. Пушка, такое чувство, как будто она вообще не стреляет. Как ты прошел? Ребятки просто перепрыгивают. Все, не перепрыгните теперь. Да все, все. Не трогайте меня. Так, есть еще, видите, там кто-то. Там кто-то есть. Надо сделать вот так вот. Вот так вот. И можно пойти его убить. Можно попробовать его убить. Все, убили его. Фух, аж вспотел. Так, главное раздатчики, чтобы наши вот эти не уничтожили, потому что это реально фармилка денег просто существенно для нашей тимы. И если раздатчики наши уничтожат, то будет, конечно, плохо. Давайте мы сделаем сюда вот так заборчик, вот так поставим. Вот так вот еще можем, смотрите. Оп, повернуть его. Так, оп. Все, повернули заборчик. Вот этого главное теперь убить. И вот эту штуку давайте снесем. Все, уничтожили. Давайте инвиз возьмем. Постоим пофармим немного денежку. Когда Mortal? Mortal у нас будет немножко позже. Ну, не сегодня уже точно. Тренируйся пока. Давай, чтоб я, когда играл с тобой в Mortal, короче, чтоб у меня аж руки, короче, потели там, ну и все такое. Плохо лазерочек поставил, прям, смотрите. Вообще нет смысла стоять. Если его, конечно, вот так на вышечку поставить. Но видите, плохо снова поставил. Плохо ставится вышечка. Ну, давайте, может, она развернется, и мы вот так вот летим. Все равно, видите, плохо летит. Дырка какая, блин. И не зайти туда. И не зайти туда и не пролезть. Вот если бы сюда вот так лазерочек поставить, его обнуть. О! Все, есть тело. Он муравейка, видите, убивает кого-то. Муравейки счет, в принципе, неплохой. Поэтому все зашибись. Так, давайте посмотрим, что у нас тут происходит. Кто нам что пишет тут? Ой, я снова запустил. Печаль. Viber is updating пишет. Так, ребятки, все хорошо. Только Viber почему-то запустился. Непонятно почему. Сейчас я его выключу. Давайте закрою. Все, поехали снова в КС-очку. Оп, где я тут стою? Давайте Минвиз возьмем. Не помню, я покупал его или нет, но лучше его купить. Так, там кто-то лезет. Вон. Там, ребятки, прям лезут неплохо. Давайте возьмем получше пушку немного. Чтобы вот такие пушки сносить легко. Вот так вот. И вот таких вот ребят тоже сносить. И давайте здесь... О, нашу пушку, кстати, видите, снесли где-то. Давайте мы вот так вот поставим пушечку. И сделаем ее вот такой вот.
Снова. Ребят, ну вы достали менять карты. Реально, это уже пятая смена карты. Я могу вам видео показать, где вы пять раз меняете карты. Друг за дружкой. То есть вот реально, не доиграли, сменили, не доиграли, сменили, не доиграли, сменили. То есть я стримлю это все, у меня реально есть видео. Я просто могу реально, блин, скрины поделать и реально на всех вас жалобы написать. Короче, у вас всех побанили, короче. Ну, не побанили, забрали у вас этот функцию. Ну, хорош уже делать, ну. Да, ребят, я стримлю на Твиче, я стримлю ВКонтакте, я стримлю в Ютубе, я стримлю везде. Вы меня можете смотреть теперь везде. Все видео моей игры записывается. Вы сможете смотреть мои реплеи, как я играю, что я делаю, где я бегаю, как я вас убиваю. Ну, это плохо слышно тебя, я реально сделал чуть потише вас, поэтому если вы хотите что-то написать, то лучше пишите. Кто-то что-то пишет. На Твиче у меня где-то за 350 подписчиков. На Ютубе недавно стало 100. Даже не недавно, а сегодня. Чему я безумно рад. Ох, ребятки, сейчас я дам вам свой ник на Ютубе. Вот, ребят, Ант Муравейникс. Ищите меня, я где-то по-любому есть. Где-то вы по-любому меня найдете. Ай, попал в голову, яйко. Вот этот яйко, блин. Так бы и схватил бы за яйки, или ударил бы, или вообще капец бы, блин. Яйко, блин. Эх, надо найти его. Замочить гада. Не, ну он там по-любому. Он там по-любому где-то есть. Нам стреляют. А! Вот он! И мстя моя страшна! Ребят, ну хорош менять карты. Давайте хоть одну доиграем до конца. Ребят, реально за сегодня, я вот сколько играю, шестая карта, мы ни разу ни одной карты не доиграли до конца. То есть, по-любому, кто-то из админов ее меняет. Так делать нельзя. В правилах написано, что после смены карты принудительной, карта должна смениться самостоятельно. У меня сейчас записываются, ребят, все стримы. Я смогу скидывать ссылки прямо на стримы ребятам, чтобы они вас банили всех. А еще лучше, конечно, сделать свой сервер и банить вас таких гадов, банить, ну... Чтобы знали, что нельзя нарушать правила. Спасибо, ребят. Буду рад всем за подписки. Всем рад подписчикам буду, ребят. Реально, ну для меня это приятно, если... Если вам приятно меня смотреть, то, блин, круто. Да, ребят, и донатить можно, все можно. Ваш донат делает мои стримы более качественными.
более продвинутыми. Я, может быть, если вы мне нормально донатите, возьму нормальную себе вебочку, чтобы вы меня видели. Потому что у меня вебка паршивая, если хочу HD-шку взять. Вот. Так что, ребят, я буду рад всем вам. Да, ну мы, смотрите, мы хорошо здесь уселись. Нас тут не выкурят теперь. Игры какие сегодня после КС? Если со мной не придет друг играть в доту, то мы пойдем играть на приват. Скорее всего. Да, Виталий, слушаю тебя. Передаю привет Виталия. Он просит, чтобы я ему передал привет, пользуясь положением. Привет, Виталия. Да, ребятушки, вот у меня есть стримчик свой. Давайте вот этого гада попробуем здесь выкурить. Если получится. Нет, видите, не выкуриваются. Давайте мы его выкуривать вот таким вот образом будем. Ну или хотя бы вот так вот. Да, он умер, видите? Он умер, и это хорошо. Ну я тут неплохо засел, я реально кашу, у меня 281 килл. Я просто стою в одном месте, то есть самым... Ну, получается, я попал в гущу событий. То есть главное вот так вот всегда сделать, именно в гущу попасть. Чтобы быть, где все они появляются, где они реально, где норки, короче, и просто стоять, все, просто стоять, просто фармить. Было бы, конечно, неплохо, если бы поставить вот сюда еще одну пушечку, вот так поближе сюда, вот так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот, а почему сюда, могу объяснить. Я сейчас ее апну вот так вот. И она теперь будет стрелять не только эта пушка, а еще и эта. Видите, две. Две летят туда, и вот они просто сейчас там по-дикому будут убивать их. Вот. Муравей, это получается у тебя гривны. Можно, ребят, донатить можно. Донатить можно по-разному. Можно в гривнах, можно в рублях, можно в долларах, евро, валютой, короче, все принимаю. Даже в белорусских рублях, ребят, все можно. Валюта, рубли, евро, а тут посчитал, короче, все нормально. И в иенах, ребята, поменяю, все будет четенько. И конфетки почтой переслать. Вообще легко, ребят. Я только за, если вы мне что-то пришлете, такое вкусненькое покушать. Все, наконец-то сменяется карта. Наконец-то. Ну, походу мы ее продлим, как я понял, да? Будем продлевать, да, я тоже хочу продлить, потому что мне здесь нравится, у меня. Играем против 4 випов. Давайте, может, яйки денег дадим. А то я тут так хорошо засел. А яйка там, наверное, страдает. Да, у яйка вообще печаль. Давайте яйке денег дадим. Я дружу с этим чуваком, кстати, с яйком, с подивайком. Вот. Мы всегда друг другу помогаем, когда у нас... Даже в разных, когда командах, все равно друг дружке помогаем. Потому что реально может быть такая ситуация, что я ему помогу, иногда он мне поможет. То есть у нас взаимовыручка какая-то есть. Давайте мы еще ему денег накинем. Он у нас, походу, начал гранаты. Ну это он по-любому закидывает нас гранаты. Только он умеет гранаты так четенько кидать. Вот. Рейн мне денег переводит, а я яйки перевожу. Все четко, все вообще работает схема. Да ушел я оттуда. Зачем ты кидаешь туда гранаты? Потому что он хочет эти сбить, раз эти... Чебурек нам денег. Короче, нам все начали деньги переводить. Давайте яйки дальше будут. Давайте мы будем спонсором. Ага, яйки, деньги есть. Cover me. Окей, окей, man. Cover you. Cover, сейчас все будет. Давайте мы туда гранату тоже побросаем. Вот так. Оп. И полетела бомба. Так, прыжок у нас коротенький. Давайте сделаем прыжок побольше. Возьмем скорости. Теперь уи сюда перепрыгнул.
Так, что у нас тут происходит? Давайте на пушку вот так вот встанем и постреляем теперь сюда вот так. По пацанам. О, так тут нет никого. Тут нет никого, видели? Тут никого нет. Оп-оп-оп-оп. Ай, убил меня Яйко. Яйко убил меня, гад. Все, меня убивают прям. Оп, ты кто? А ты что там стоишь? Так, денежки, ребят, капают. Да, все хорошо. Заходи на сервер, что-то вы там с Мороем общаетесь. Да, ребятки, так, побежали, что у нас тут? Давайте дальше будем щемить. Мы еще немножко поиграем и, наверное, пойдем все-таки другую какую-то игру постримим. Ну, давайте. Давайте вот так поставим. Так, все, раздатчик там, походу, стоит. Там, походу, нас убили. Ну и здесь, видите, покоцали. Здесь было больше этих, или люди поливали. Да, нас реально мало стало играть. А сколько времени на самом деле? А, уже времечко, да, ребят. Скоро будем по-любому заканчивать. Уже игроки понемножку уходят. Ребят, на тюрьму пойду. Может сейчас вот мы эту карту доиграем. И схожу туда, на тюрягу поиграем. Да, Ильяс, что? Ну, сочувствую за пинг. Так бывает. А, так бы я вас, это знаешь, это отмазки детские. Там у меня пинг, там у меня мышка барахлит, там у меня сзади мамка стоит. А так бы я вас. Да пинг это отмазки все, блин. Да-да. Не, ну у него реально пинг 313, он 300-200. Блин, ну поменяй провайдера, слушай, что ты как в самом деле. Провайдеру идешь, другого подключаешь, и все хорошо. Помоги, провайдеру сделай этот. Другого провайдера, вот тебе помощь, самое классное. Да, муравей рулит. Муравей рулит всем движением. Муравей, муравей, по прибороду скорей. Ильяс, ну как я тебе помогу за тебя поменять провайдера, скажи мне. Попробуй поставить другую сборку. Вот. Может быть, я из-за сборочки лагает. Если не знаешь, где скачать сборочку, скажи мне, я тебе дам ссылку на скачку нормальных сборочек КС-ки. Нормальных, без вирусов, без лагов и всего прочего. Ребят, у нас много сборок есть. Мы сами делали сборочки Дэдпула, Мясника, Full CS Edition, простую CS-очку и так далее. Заходите, я вам дам ссылочку, будете качать. Да, есть со мной связь, Виталий. Я есть ВКонтакте, есть в Скайпе, есть в Ютубе, есть в Твиче, есть в Твиттере, есть в Google Plus, есть в Одноклассниках, есть в Твиттере. Где я еще есть? На форуме я есть. Есть я еще на одном форуме, еще на одном форуме. Я есть, блин, ну короче, я везде есть, ребят. При большом желании меня можно найти, серьезно. Даже просто на форумы зайдите, напишите мне, я все равно получу сервер. Нет, я не бухой, ребят, я трезв. Просто я вот такой вот человечек веселый. Я, ребят, редко пью, а если пью, то пью метко. Поэтому если бы я сейчас был бы не трезв, то я бы не смог с вами разговаривать. Так, ну видите, наша пушка здесь стоит, все хорошо. Так. Не знаю, куда бежать, реально не знаю. У нас инвиз есть. Давайте поставим вот тут вот так вот, чтобы не появлялись здесь противники. А здесь можно поставить вот такую вот штуку. Оп.
Ребят, ищите меня на форуме, если кто-то хочет мой ВКонтакте получить и так далее, ищите на форуме, добавляйтесь, пишите, я вас всех добавлю, друзья добавлю. Подписывайтесь на мои каналы, и будет все круто у вас. Канал не только по CS, ребятки, я играю в такие игры, как CS, Dota, Minecraft, стратегии всякие, старенькие игры, на Sega играю, старые игрухи, еще много-много всего. Канал у меня разнообразный, очень много разного будет контента интересного, поэтому подписывайтесь, вы не пожалеете, я уверен. Ну, хотелось бы, чтобы было 356к, мне честно, ребят, для начала мне хватит 100к подписчиков. Да, ребятки, играю в Майнкрафт. И, кстати, буквально вот сейчас мы закончим играть. Да, ребят, на Твиче стримлю. Вот, ребят, мой ник, смотрите, я сейчас вам напишу свой ник. Вы на меня найдете по этому нику везде. Ант Буровейникс. Вот, запишите мой ник и вперед. И можете меня найти везде, ребят. Следующий стрим, сейчас я закончу играть Counter-Strike. Следующий стрим, ребят, будет, скорее всего, по Майнкрафту. Да, Майнкрафт, ребятки, кубики. Будем играть в кубики с вами. Я буду вытягивать из земли кубик и переставлять его на другое место. И ставить снова же из земли кубик. Ну, короче, будет весело, реально. Я уверяю. Так, где тут у нас еще кто есть? Так, смотрите, можно попробовать сюда вот так забежать. Смотрите, тут реально никого нету. Они сделали большую глупость. Что меня сюда... Ай-яй-яй, не успел. Видите, как плохо получилось. Не получилось пройти. Ага, у нас здесь пушка стоит. Смотрите, как хорошо. Сюда можно дойти. Я думал, сюда нельзя дойти, так? А здесь, видите, можно сюда дойти. Реально. Просто вот так вот поставить все. Все, все нормально у нас. Ну, сейчас я подойду, ребят.
Так, ребятки, я вернулся к вам. Что вы мне тут пишете? Сейчас посмотрю. Go на приватку, ребят, серв. Да, ребят, сейчас все будет. Сейчас я тут доиграю уже. Смотрите, я сколько стоял, меня тут не убили. Да, не убили. Это не моя пушечка. Так, тут у нас лупит. Реально все нас бьют. Так, ребят, меня не было. Так, нас что-то бьет. Давайте мы возьмем вот так вот. Кто по нам стреляет? Где по нам стреляет? Кто это? Иляс говорит, интернет у него плохой. А меня в голову нормально так убиваешь. Так. Какой-то рой нас убивает. Да, сам тоже убиваю. Я, наверное, поставлю вот здесь вот так вот. Так как они оттуда бегут постоянно. Ну, там, походу, яйку, по-любому. Потому что яйку кидают только гранаты. Больше никто не кидает гранаты. Только яйка у нас закидывает, вот видите. Ну, яйка, я же говорю, это только яйка может делать и умеет делать. Смотри, муравей еще догоню по фрагам. Ну, догонишь, значит, так и будет. Я не переживу этого, если ты меня догонишь. Все, я пойду, короче, пойду стримить Майнкрафт, короче. Не, яйка, нормальная грена, короче, штука. Мне реально понравилась, только у меня реально того минда, который у тебя нету, потому что ты как-то сразу ее берешь. Не, ребят, на джейл мы буквально на 5 минут зайдем, там покомандуем немного и уйдем. Давайте все посмотрим. Так, ребятки. Все, ребят, всем спасибо за игру. Пока, подписывайтесь на мои каналы, смотрите мои стримы. И, короче, всем удачи. Давайте, пока-пока. Я пошел дальше. Так, давайте дисконнект. Смотрим, что у нас есть. На побеге есть 14 человек. Пойдемте играть туда. Сейчас вам, ребят, покажу свой сервер. Это у нас Jail. Вот. Jail. Пойдем на Jail. Сейчас покомандуем немного с ребятками тут. Вы, наверное, не видели такого. А, так вообще мало народу. Я думал, больше народу. Походу, не обновлено было. Видите, мало народика на Jail. Что-то меня не пускает за КТшника. Давайте за заключенных зайдем. Я элита. Я элитный чувак. Так. Ребут сервера, лаги. Окей, ребятки, сейчас я вам его ребутну, раз он вас лагает. Потерпите немного. Потерпите, будет у вас ребут. Ребут будет прямо сейчас. Сейчас все будет. Оп. Так, сюда это оп. Сейчас, ребятушки, я все вам забецаю. Хотите ребутик? Будет вам ребутик. У нас вот такие. Говорите, типа ребут, Сашка, ребут. Надо сделать что-то. Сейчас все мы, ребятки, вам забецаем. Так, что у нас в фаншале? Ничего не происходит.
Так, давайте я вам сейчас ребутну здесь. Напишу вот так вот стоп. И потом мы сейчас его обратно запустим. Раз вы говорите, что сервачок подлагивает. Go на детранчик попрыгаем. Можно, в принципе, попрыгать на детранчик, ребят. Можно, реально можно. Сейчас посмотрим. Ну, я, в принципе, я же говорю, я прыгаю очень плохо, поэтому мне детран не особо так по приколу. Ребятам нравится, я как бы не против, что они играют, всем это нравится, но я не особо люблю. Но я вам обязательно покажу сейчас этот сервер. Сейчас, ребят, только запущу сейчас Minecraft сервер. Все, ребятки, вроде бы перезагрузил, он там загрузится сейчас через 5 минут, сможете нормально играть. Вас посадили за... Ага, у меня был айфончик, и я ним, короче, ну нормально, короче, что-то делал. Так, у нас выходной день, у меня в руках шприц какой-то. Видите, у меня какой-то шприц. И давайте мы забаним этого чувака за фрикилы, или просто пойдем за КТшником. Давайте вот так заберем оружие охраны. Давайте над ними издеваться. Об землю, на тебя об землю. А ты чё? Ты чё вообще? Ты чё там делаешь? За этих вот, за КТшников. Двойное УЗИ так возьмем. Микро есть, КТшник? 3, 2, 1, 0. Нету микро. Всем привет, друзья. С вами Муравейка. Мы сейчас стримим. Вы, ребят, попали на Twitch, и куда вы вообще только возможно, и на Twitch, и в YouTube, и так далее. Мы сегодня будем играть с вами в разные интересные игры. Если вы хотите со мной поиграть, то вы будете со мной играть. А не хотите со мной играть, вы не будете играть. Вы, короче, будете умирать тогда. Так, нас трое человек. Ну, ладно, короче, бегайте. Где у вас тут? Открывашки ваши. Оп. А чё, одна открывается, одна не открывается. Короче, бежите. Ой, меня плохо слышу, подожди, сейчас сделаю вас громче. Voice overdrive, по-моему, вот так вот. Voice overdrive 10. Теперь volume 0.5. Вот так вот. А ну скажи еще что-то, пожалуйста. А еще что-то скажи. Ну скажи что-то, пожалуйста, мне надо звук настроить. Сложно было что-то сказать или что? Или ты не можешь говорить? Ну ладно, короче. А, он ушел, все. Мало людей. Да, печально, что мало людей. Блин, хотел с вами поиграть. Ну, ребят, реально мы сегодня не поиграем тут. Явился. Нехороший человек. Да, мы походу сегодня с вами не поиграем, хотя хотел бы поиграть. Ну, уже ночь просто, ребят. Тем более завтра вроде бы такой денек. Не знаю, короче. Ну, пойдем, значит, играть в Майнкрафт с вами, друзья. Вот. Так как видите. Так, давай завтра запилить. Да, завтра будет все, ребят. Так, смотрите, ребят, я сейчас вам напишу на экране наш сайт, где вы сможете найти все мои сервера. Вы сможете, ну, короче, получить много всего там, короче, ну, узнать вообще, то есть, где я обитаю. Вот сейчас я только найду эту надпись и вам ее обязательно включу. Так, ребятушки, и пойдем, наверное, играть с вами на Майнкрафтик. Сейчас я вам только включу это все. И пойдем играть с вами. Да, вот наш сайт. Сейчас я скопирую его вам, ребят. И заходите, можете сюда заходить. Я пока ненадолго отойду. Вот так вот прям напишу вам. cityksrebyat.ru. Это наш сайтик, наш игровой портал, где вы можете найти всю интересную информацию по нашим серверам. Вот. Ну и так далее. Так, что у нас сейчас по программе, ребят? Сейчас у нас по программе, скорее всего, будет Майнкрафтик. После Майнкрафта уже мы закончим наши стримы.
пока мы поиграем. Сейчас настроимся, просто как раз сервер с ребятам перезагрузили. И пойдем сейчас играть на сервер Майнкрафта. Только мне нужно будет перезапустить стрим. Как это будет выглядеть? Это просто стрим, ребят, ненадолго прервется. Это будет где-то через минут 3. Я отойду как раз на 3 минуты. Террорист Вин. Видите, как получается у нас? Вадимка нас убивает. Какие интересные пушки есть у випов. Вот, ну ладно. Короче, мы, в принципе, здесь уже не будем. Хотя он, ребятки, начали заходить. Пиу-пиу какой-то Максим. Но оставим их здесь наедине. А сами пойдем играть на Майнкрафтик. Так, ребят, вот сайтик, вот мой сайтик, вот мой ВКшечка, сейчас вам дам. Короче, пока оставлю вам такую надпись, и я, ребятки, АФК буквально 2-3 минуты, пока я приду и все перенастрою. Оставайтесь с нами, и все будет хорошо. Так, сейчас я попробую здесь еще кое-что сделать. У нас есть одна проблема, на одной штуке я не могу почему-то писать. Хотя у меня там должно быть все хорошо. На BIM не могу что-то писать. Ага, все, могу теперь писать, все хорошо. Так, ребятки, что вы вообще там пишете? Кстати, я не заходил, знаете, на какой сайт? На том сайте, где мы сегодня играли. Может, нам кто-то из ребят написал, а нам, по идее, никто и не написал. Видите, никто нам не пишет. Да, никто нам не пишет. Ну и ладно. Так, что у нас с Ютубом, ребятушки? Там было сегодня 100 подписчиков. Помогло ли нам то, что мы сегодня постримили немножко кайсочку или нет? У нас увеличилось ли, как вы думаете, количество наших подписчиков? Ой, как видите, у нас сегодня увеличилось это на одного подписчика, но это тоже плюсик. Ладно, ребятушки, я отойду буквально на 5 минуток и вернусь, мы с вами постримим еще Майнкрафтик.
Так, все, ребятки, я к вам вернулся. Смотрите, мы сейчас трансляцию прерываем и потом запустим уже с Майнкрафта. Потому что мне нужно Майнкрафт запустить и тут немножко поднастроить. Все окей? Мы сейчас все перезапустим, ребятки, с вами. И поиграем еще с вами в Майнкрафтик. Вот, так что, ребятки, не выключайтесь, просто обновите страничку, и у вас должно все заработать, если вы обновите страничку. Давайте, сейчас я буквально, не знаю, 3 минуты у меня не будет где-то трансляции, потом все запустится.